Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот не так давно, на прошлой неделе, по-моему, я снимала видео, что я замачиваю семена, высеваю для получения раннего урожая огурцов. Вот огурцы мои взошли, и теперь, вот с того времени, как они взошли, примерно месяц, полтора месяца я буду выращивать рассаду. Но это зависит от условий, которые к этому времени. Вот, например, весь апрель я точно ее буду выращивать, а в мае я посмотрю. Если май будет теплый, хороший, они будут расти у меня в теплице. Если будет холодно, я буду на день их выносить в теплицу, а потом заносить. За этот месяц, как только растения будут настолько большие, что вот этот земляной ком корни займут, я сделаю им перевалку в 500-граммовый стаканчик. Сразу в 500-граммовый стаканчик не сажу, потому что пока растения молодые, у них корешок маленький, слабенький, им сложно освоить вот такую большую площадь земляного кома. И воды, ну, вода будет, короче, лишняя, там будет застаиваться. Это нехорошо. Я всегда выращиваю через маленький. Сначала в маленьком стаканчике, потом в большом. Возможно, если будет затяжная у нас холодная весна, не будет условий высадить, они еще будут у меня сидеть в ведре последнее время. Про огурец, выращенный в ведре, я показывала 2 года назад видео. Я просто ведро застилаю пакетом, полностью полное ведро насыпаю плодородной земли, высаживаю туда 2 огурца, и у них происходит как имитирую то, что я высадила их в открытый грунт. Высаживаю туда их, они разрастаются там, им грунта достаточно. И вот в таком состоянии потом я вместе с пакетом их вытаскиваю из ведра, высаживаю или в теплицу, или там в бочку, в больший объем. Просто пакет потом обрезаю, убираю. Такая пересадка щадящая, они переживают хорошо. Благодаря этому получается очень ранний урожай огурцов. В то время, когда люди только начнут замачивать, выращивать рассаду, у меня он уже будет здоровый. И обычно, когда я его высаживаю, он уже даже с цветочками и с маленькими завязями. Все. Вот это видео очень короткое. Просто я вам показала, что огурцы взошли, и что вот именно из этих огурцов я получу самый ранний, самый первый урожай. Но для этого нужно вырастить рассаду. Рассада должна быть месячная, ну 30, 35, 40 дней. А там уже будем смотреть по погоде. Конечно, они не такие холодоустойчивые, как томаты, поэтому их долго придется на улице, вот в теплице, например, день держать в теплице, а на ночь заносить домой, потому что в теплице у нас в сибирском регионе для них условия будут неподходящие. В то время, когда томаты уже будут высажены, прям будут реально в грунте расти в теплице, огурцы я еще буду таскать домой.